Мистер и миссис Джоли, они приехали из Миссури. Из Джефферсон-Сити, господин президент. Мистер Джоли? Мэм, у камина государственный секретарь Сьюарт. Из Джефферсон-Сити? Мне когда-то рассказывали о юристе из Джефферсон-Сити, у которого был попугай. Каждое утро он будил его криками. Сегодня наступит конец света, как и сказано в Писании. И вот однажды юрист пристрелил его. Ради мира и покоя в доме, я полагаю. Исполнив, по крайней мере, для птицы, ее же пророчество –